Сургуте продолжается регистрация на турнир, победа в котором принесет команде 150 тысяч рублей. Финальные соревнования по фиджитал-баскетболу пройдут на фестивале Hope & Air уже в это воскресенье. Фиджитал Спорт представляет собой компиляцию виртуальной реальности и соревнований в традиционном формате. В данном случае командам нужно будет сразиться в стритбол на площадке и выиграть матчи на приставке PlayStation. Соперникам предстоит пройти через сито отборочных испытаний 11 и 12 августа. Лучшие получат путевку в финал и поборются за главный приз во время Hope & Air 13 числа. Регистрация проходит до четверга. Все подробности в группе ОМедиа Сургут-24 в Телеграм. Участниками может стать команда из 4 человек, любые желающие спортсмены от 16 лет. С 16 до 18 лет нужно будет предоставить лишь согласие родителей о том, что они не против, чтобы их ребята поучаствовали. Что касаемо призового фонда, то победители этих соревнований получат 150 тысяч рублей и подарки от партнеров мероприятия.